журналиста в газете «Крайтасс», потом в нашей «Биробиджанской звезде». Очень изъездил всю нашу область. Фотографии, те, которые делал в свое время Юрий Ерламович, они сегодня являются достоянием вот той истории развития нашего города, нашей области. Ну и, конечно, он был самым первым в создании нашего малого тенниса, так сказать. На Дальнем Востоке сегодня вот был именно город Биробиджан, благодаря этому человеку малый теннис развивался, и причем наши его воспитанники добивались колоссальных результатов.